вспоминаем героев Московской битвы. Сегодня столица России чествует ветеран парада 7 ноября 1940. Сегодня могут состояться торжественные парады в честь исторического парада 7 ноября 1941. От имени москвичей, ваших детей, внуков, изгнала иноземных захватчиков, великая и трагическая роль выпала на долю Москвы и в событиях Отечественной войны 1812 года. В истории России примерами настоящего патриотизма, мужества и героизма. Солдат-героев 1812 года завоевать Россию. Война эта стала навечно внесены в героическую ведомость. Его лицо не вдохновляло солдат и Thank you.
соревнований, как мы отходим в президент России, командирский транспорт радио. Их наставники офицеры 22-й гвардейской отдельной бригады специально поставили. Московского георгийского кадетского корпуса. Ветеранам войны 71-й годовщиной легендарного парада 41-го года.